Ну а теперь решающий матч Сиена-Интер. Мнение министра обороны Италии, я уже вам привел, который обвинил Сиену в проримских настроениях и в том, что Сиена играла на руку Роме. Я не соглашусь с министром, ничего такого Сиена особенного не делала. Но не расступаться же было и не забивать в свои ворота. Пропустив гол, Сиена играть перестала. Макароне получил травму, так что мне кажется, здесь никаких претензий Сиене предъявлять не стоит, потому что она как там сверхактивно старалась и мешала Интеру. Интер играл с огромным преимуществом, имел массу моментов. Да, Сиена пару раз тоже угрожала воротам команды Альберто Молизани. Но мне кажется, никаких подозрений в том, что Сиена сверхстарательно играла. И там ей обещаны были какие-то премиальные. Таких подозрений быть не должно. Вот в этой ситуации Эгдаль... вот честное слово, если бы... я был сторонником теории заговора, я бы сказал, что он нарочно ударил мимо ворот. Но на самом деле его просто подвела техника. То, что мы видели в другом эпизоде, как Милито разобрался с таким же мячом и как он его забил в ворота. Просто разница в мастерстве. Балотелли в двух эпизодах мог забить очень красивый гол с лета. Один раз не попал в створ, в другой раз попал в перекладину. Балотелли провел матч очень сильный. И мне очень любопытно, да я думаю, всем тоже узнать, повлияет ли это на решение Мауриньо, ставить или не ставить Балотелли в основной состав на матч с Баварией в финале Лиги Чемпионов. Интер оформляет дубль впервые за 10 лет. Вслед за Лацио итальянский клуб выигрывает и Кубок страны, и Скудетто. Но Интер же идет на хет-трик. Мауриньо идет на хет-трик. Вообще, конечно, удивительный специалист. Кажется, уже все всем доказал, но все равно еще остаются скептики, которые ставят под сомнение тренерский талант Жозе Мауриньо. За ним охотится мадридский Реал. По последним новостям вот уже этой недели вероятность невелика того, что Мауриньо возглавит Реал. Но я думаю, очень многое будет зависеть от того, как Интер сыграет в финале Лиги Чемпионов. Пятая Скудетто подряд. Из этих пяти Скудетто одно Скудетто кабинетное. Я думаю, что Массимо Моратти очень хочет продлить эту серию и побить, казалось бы, вечный рекорд туринского Ювентуса, который в 30-е годы выигрывал подряд 5 чемпионатов. Ну, для того, чтобы успокоились уже все и те, кто считает, что кабинетное Скудетто неправильно ставить в один ряд с чемпионатами, которые выиграны на футбольном поле. Для этого Интеру нужно еще 2 турнира выиграть. Тогда уж, я думаю, ни у кого никаких вопросов не останется. Слезы Милито, слезы Хавьера Дзанетти. После матча мы все это видели, поэтому чиновники пускай там свои вопросы сами решают. Болельщики Ромы могут предъявлять претензии арбитру, могут предъявлять претензии и арбитру этого матча. Кстати, Мувиола, к удивлению моему большому, поддержала решение судьи, посчитав, что рука Тиаго Мотты была неумышленной. Ну, пожалуйста, это право. В конце концов, в Мувиоле заседают тоже живые люди. У каждого может быть своя точка зрения. Именно поэтому введение повторов не панацея. Я, например, считаю, что надо было назначать пенальти. Итальянские эксперты считают, что не надо. Я уверен, что большинство из вас, если бы мы собрались в большой студии и обсуждали этот момент, тоже не пришли бы к единому мнению. Так что, короче говоря, ну вот был бы видеоповтор, и что? Тоже был бы человеческий фактор. Ставить пенальти за руку Милиту или не ставить? Ну вот небольшое такое отступление, а возвращаясь к игре, после гола Милито все стало ясно. Мяч после удара Рози, ну, не мог попасть в ворота. Интер показал достойный футбол в этом сезоне. Интер был первым все время. Немножко подразнил, возможно, Интер Рому, позволив команде приблизиться на вот такое расстояние, когда и Рома почувствовала вкус и запах золота. Но мне кажется, все-таки это было в большей степени связано с тем, что Интер немножко потерял концентрацию в матчах итальянского чемпионата, продвигаясь все дальше и дальше по сетке Лиги Чемпионов. Итак, дубль. Кстати, именно Рому Интер обыграл в финале Кубка, Италии. Заслуженная победа. Я думаю, что Жозе Мауриньо, безусловно, special one. Это особая фигура в современном футболе. Человек приходит и побеждает. Мне бы очень хотелось увидеть его во главе Барселоны или мадридского Реала, чтобы, ну, наверное, с Реалом сложнее сейчас добиться победы в Кубке чемпионов, нежели чем с Барселоной. Посмотрим. Я думаю, Мауриньо с удовольствием примет этот вызов.